Война начинается не с выстрела из автомата. Сначала она рождается в голове и только потом приобретает физическую форму. После профессиональной обработки перед вами совершенно другой человек. Он готов лицемерить, грабить, убивать, если это выгодно организации. Зачастую причиной вступления в культы называют активность вербовщика в интернете, ну или недостаток религиозного образования. Вышеперечисленное скорее является инструментарием вербовщиком. Настоящие же крючки спрятаны глубоко в психике человека, его прошлом, его отношениях, желаниях и страхах, в стереотипах и беспомощном доверии к миру. Большинству людей просто хотелось верить в чудо, хороший конец, который грядет после пережитых несчастий. Эту веру на духовном рынке активно используют мошенники всех мастей, обещая решение всех волнующих вопросов по принципу фастфуд, быстрого питания. Конечно, все это с позиции искусственной замены настоящей жизни. Побочный эффект – зависимость от иллюзии. Практически так же, как это происходит в случаях с наркоманией или алкоголизмом. Озарение же приходит очень поздно, когда не остается ничего из настоящего мира. Ни семьи, ни друзей, ни работы. Только пронизывающий холод и страх. Само членство в деструктивной религиозной группе является результатом всего двух взаимодействующих сил. Тактики, которые используют вербовщики, чтобы вербовать, обращать, обрабатывать и удерживать адептов, и личной уязвимости новичка. Начнем со второго фактора. Опытные вербовщики чаще всего обращаются к тем, кто находится в непривычном, неустойчивом или неприятном социальном и психологическом положении. Это могут быть люди на отдыхе, студенты вузов, особенно первые и последние годы учебы, пожилые люди, недавно ставшие пенсионерами или оказавшиеся в длительном одиночестве, подростки с их кризисом самоопределения, вообще любой человек, переживающий какой-то стресс. Болезнь, смерть близких, развод и так далее. Это могут быть мигранты, беженцы, безработные, осужденные, из которых все, вероятно, испытывают потребность в дружественности, сердечности и ищут установления хороших связей. Изучив различные группы, психологи пришли к следующему обобщению социальных и характерологических особенностей индивидов, склонных к вовлечению в культы. Это лица из семей с гиперопекой, из неполных семей, лица из асоциальных семей, те, кто пережил тяжелые психотравмы, дети и внуки, родственники террористов. Кроме того, чем младше человек, тем более он подвержен влияниям, ибо воспринимает окружение как обучающую среду. Второй возраст особенной чувствительности – это подростки 12-19 лет, когда возникает реальная жажда самоутверждения в социуме. Однако сил для этого не хватает. Поэтому нужна поддержка неких покровителей, которые заведомо сильнее образования самого человека. Достаточно продемонстрировать эффективность собственного поведения в кризисных ситуациях для того, чтобы стать кумиром такого молодого человека. Вне зависимости от нашего жизненного опыта, уровня образования и социального статуса, все мы подвержены одинаково психологическим манипуляциям и внушениям. Вычислить вербовщика можно, используя несколько простых техник.